Всем привет, ребята! Вы на канале Сатыбаев Чинес. И сегодня я когда написал письмо Деда Мороза, и потом я проснулся уже утро, и потом он мне принес вот такой подарок. И сейчас распаковываем и посмотрим, что там внутри. Ну, сейчас я вам хочу кое-что показать. Подождите. Смотрите. Это мне, это Санта написал письмо, вот это я написал вчера, а это Дед Мороз, давайте прочитаем и слушайте меня. Привет, дорогой Женес, я Дедушка Мороз, я приветствую, что ты просил, я все вижу и слышу, слушайся всегда маму и папу и брата. Хорошо учись, тренируйся, джиу-джитсу, и я в следующем году привезу тебе еще подарки. Будь хорошим мальчиком. Я буду хорошо маму слушаться и тренироваться джиу-джитсу и хорошо учиться в школе. Спасибо, Санта. Дед Мороз. И вот давайте распаковываем и посмотрим, что там внутри. Так. О, это же конфета такая. Вот такая. Ну, мне нравится конфета. Давайте следующий. О, а у меня вот эта такая есть маленькая конфета. Но я никогда не пробовала. Еще есть? О, это же маленькая, а это большая. Ладно. Дальше. О, у меня есть вот такая большая конфета. Вот. Мне нравится. Давайте еще. Ой, еще два здесь. Ну ладно. Это вообще такой маленький какой-то. Ладно. Еще есть вот такой. А что сразу двое такие? Трое уже. Кажется, я все понял. Это маленький, это средний, а это большой. Ну ладно. Давайте дальше. Сразу четыре. О, есть вот такой конфет маленький. У-ху. И последний. Конфета есть. Еще конфеты. Вот, мне очень нравится этот подарок. Вот. Мне очень нравятся эти подарки. Ну, спасибо за Деду Морозу, что вам подарили. Ну что, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. И ждите мне нового видео. И всем пока! Пока!